Скажи, что вот у нас начинаются влоги. У нас, короче, начинаются влоги Эль Димио и Улан-Удэ. Влоги начинаются с самокатера. Нормально. Это чья камера? Моё. Привет, Илюша! Здорово. Привет подписчикам! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я заснял! Нет, именно по-другому. Попшовит. На попшовит. Only out. Да, блин. Это жестко. Головрачай, железо, бреда, головый, папа, зигазага, папа. Ты что в итоге, не будешь ее делать? Я могу сделать Олли, Мэнул и трех. Ну все, что я могу, я даже первый раз эту хрень, наверное, сделаю. Первый раз делаю. Залупа это все, Иван. Набирай. Логично. Лёха, ты загородился. Короче, Лёха сдулся. Давай, поехали. Куда? К берегу. К берегу. Просто боксайс, что ли, сделать? Не знаю, 360, наверное. Но он у меня. Я же его типа как делают, наверное, по флету делают, ебать. Ну давай. Типа за ворот. Красавчик. Илюша, ты крутой. А? Давай еще. Что, переделать? А переделать Илюша или нет, решат подписчики. Пишите в комментариях. В следующем видео он сделает, наверное. Все равно, по-моему, такое себе, нет? Ну это лучше? Это лучше. Все. Ништяк. Как будет по-армянски? Я люблю скейтбординг. Yes, ксирем, скейтбординг. А у меня получается через люк перепрыгнуть? Да, ты же перепрыгиваешь. Всем привет, с вами Влада 4. Сегодня мы пробуем ночь в психушке. Ты во влог попадаешь. Скорости мало. Ты влог будешь смотреть? А ты его удалишь это? Почему? Блин, я не хочу. Что был фейл. 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 Ну давай еще. Хорошо, уже лучше. Давай еще. Хорошо, теперь еще раз.
чтобы не задел, давай. Этот кадр оставляем. На дядю Вову похоже? Подписчики, кто сейчас в тебя поверил? Меня? В тебя? Хорошо. Нормально? Нормально. Ты вроде перепрыгнул, но скорости не хватило. Если бы ты ехал быстрее, ты бы перелетел. Значит, давай. О, да! Нет! Сойдет нормально. Сейчас. Пойдем на парапеты тогда, красавчик. Димину большую лопату. Вот Дэнни пришел смотреть. Ты во влоге, Дэнни. Дай. На. Ты снимаешь? Снимаешь? Я вместо куртки одел жилетку. Ты снимаешь? И вообще я снимаю. Это я снимаю? А, понятно. Я занимался примерами. Примеры решал. По математике? Да. Нет, не домашку. Вместо примерами плохо получается. Индивидуально? Да. И ты это снимаешь, да? Да. О, хорошо. Нормально. Повезло, что ли? Жопа. Дэнни, давай тоже после Лехи прыгай сразу. Хорошо, нормально, нормально. Стоп! Еще раз. Вот, уже лучше. Стой! Почти, ты не вывел, но щелкнул. Откуда? Отсюда. Съезжать? Съезжать. Ну, поехал. Поехал. Какие руки? Ты смеешься, что ли? Нет, это сложно. Как сложно? Ты бы с большей высоты прыгал, заляпал мне все грязными руками. Как прыгает Дима? Ой, как прыгает Леша? Че, здорово! Ну реально, Дима, там Ленин тусит. Так, все, съемки конец. На, бери, Дима. Почему конец? Потому что я больше не хочу снимать. А тебя кто заставлял? Вот туда пойдешь. Вот это мой друг. Его зовут Рибок. Вот. Рибок, Рибок. Вот он. А это я. 100 питкидов. Что сказал? День у нас начался с продажи скейта. Да, ребят? Это во влоге, который выйдет через месяц. Будет через месяц? Через полгода. Не знаю, как я с Нижним Новгородом разберусь. Дорогие друзья, к нашим... Ко всем скейтбордам прилагаются постеры. Все, брат, с покупкой. Пока. 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 Какое до свидания-то? Короче, сегодня 18 апреля. День обещает быть прекрасным, потому что в наши влоги, по крайней мере в один в этот, возвращается всеми любимый, по крайней мере мной, Вячеслав Дмитриевич Парненко. Пока еще не знаю, что мы будем снимать, но надеюсь, поржем, как и раньше, повеселимся и... покатаемся, что самое главное. А еще сейчас должен прийти Леха Гаш за новой досочкой. Сейчас все это покажем. А еще я до сих пор не обновил себе обувь. Плюс 21, я в зимней обуви. Через 2 дня придут новые кеды. Жарко? Да, пиздец. А я в зимней обуви до сих пор. Так ты смотрел, какой? Давай найдем сразу в каталоге. Красненькая такая. Красненькая Слово. Такая. Тебе не нравится, что я снимаю? Нет, мне, в принципе, все равно. Я обещал нашим подписчикам показать, как ты выбираешь доску себе. Это 125. Мне надо 25.
А ты почему не смотришь размеры в группе? Я посмотрел в группе, там красный вот этот, 25 написано. Да не может быть такого. Может быть. Счастье даже картинка. Александр Владимирович, к вам претензия. Вы здесь указали, что доска размером 8,25. Точнее, вы указали, что доска с волком это 8,25. А она 125. Леша обиделся. Пузырь. Пузырь. Лешка подготовился, ногти подстриг. Че не стык? Что без папки делать будет? Здрасте. Пам. Че тут ты хайпишься? Здорово, брат. Славка. А. Вот так как ты вернулся, я сегодня подписчикам обещал много смешнявок. Да? Да. Значит, будут. И трюков. Но трюков. В основном смешнявок. Значит, будет. Какую территорию занимать можно? Смотри, ребенок маленький. Ну, я вижу, у меня глаза есть. Ну, вот поэтому подальше держите, пожалуйста. Ну, само собой, конечно, мы же не первый год катаемся, мы умеем это делать. Слава, ты первый день, а контента уже вот так. Как делать трюки, когда так много детей на споте? Это обидно. Еще говорят, всю территорию не занимайте. У нас тут территории, ты как кот наплакал. У нас даже прав нет по факту никаких тут. Только поорать, как девочки малолетние. Это наша территория, тут можно кататься. На самом деле, нихуя. Ты че, она долго там будет? Через нее можешь лифт сделать? Oh, no, spawn. Бабка охуеть. Нравится ей там ходить, а? Она может думать, что она сейчас запитается энергией скейтеров. Ну, маленькая девочка. И станет сама скейтером. Резко. Как, знаешь, в японских мультиках, типа, совсюду такие искры там, все вот это. Она запитывает. Глаза большие такие. Где? На фоне чего? Ладно. Сейчас, секунду. И вот так еще. Спасибо. Пожалуйста. Она точно запитаться решила. 100%. Сейчас, слышишь, сделаем. Наверное, но это не точно. Я смотрю в экран камеры, потом наверх. Я очень сильно испугался. Я не знаю, насколько заряда хватит, но... Но на падение Роди хватило. Вот, да. Ездил. А где скорость? Я так придрачиваюсь. А я думал, он скажет у Славы. Хорошо, что мы успели снять, пока батарея не села. Что сам с собой разговаривает? Барефдзес. Барефдзес. Лучший скейтер в Бурятии, а.к.а. Дима Трофимов. Ну, Дима Трофимов-то это я, а это Гриша. Но я не лучший скейтер, я просто скейтер.
Привет. Здорово, дядя Вова. И ты, дядя Вова. Передал. Что делаешь? Ага, трюк. Какой? Гипслайд. Шойт-аут. Сейчас надо делать? Да, хорошо. Желательно. Желаем Славе. Слава, я желаю тебе. Ноги. Рэпа. Делай, рэпа. Просто делай. Вячеславка, давай! Купил смерть пакость. Короче, спасаемся телефоном. Батарея села на камере. Ау! Больно. Очень больно. Нифига жесткий у меня в голове. Я испугался. Думал, матрица лагает. Вот же был шанс. А я его потерял. Черт возьми. Черт возьми, блядь. Днем рождения, Саня! Нет. Я пропустил, покажите мне, пожалуйста. Ты из-за глаз своих не увидел. Задел носочком слегка. Плоскость земли. Да, если ты... И она толкнула меня, нахуй. Та батарея не села. Если мы успеем все снять, то... Это вообще клево будет. Если мы снимем вторую попытку, то я вставлю вот это, то, что ты задел ногой. А так... Здравствуйте, это хуйня, ебаная прямая трансляция. Что вы скажете, Вячеслав? Я? Угу. Похуй, что ты оператор.